Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить Deus Ex Human Revolution. Наверное, в дальнейшем я его просто Deus Ex буду звать, потому что слишком долго получается. А остановились мы на том, что, в общем-то, узнали, как с нашим героем произошла, собственно, вот эти вот изменения, вот эти вот глазки. О, зато ему приделали клевые очки, я бы хотел себе такие очки, на самом деле. Ну, не чтобы в висок они врезались, а просто... чтобы они так выдвигались. Адам, это Дэвид. Ты в здании? Только что вошел в фойе. И полгода прошло, в общем. Извини, что выдернул тебя с больничного. Попрыгаем. У нас проблема. Нападение на фабрику в Милоу. Попрыгаем по секретарше. Ведь для этого они нужны, секретарши, чтобы на них прыгали. Хозяева, посетители. Усиление сейчас хоть кто угодно. Хотя, скорее всего, это не секретарша, а как они там называются-то? Синди Мартинес. Боже мой, мистер Дженсен, я... мне казалось, вы... Ну чё ты так ломаешься? Я думаю, вы здесь по поводу вторжения. Вам подсказать, где у нас что находится, или... А почему эхо такое? Не столько же времени прошло, Синди. Может, я изменился внешне, но... Он же сказал то, что у него сломались глаза. То, что у него там мигали все эти... Конечно, с вашей памятью... Похоже, у него и с ушами ещё... Просто всё так сильно изменилось... С тех пор... Что-то она мне не нравится. Вообще, почему ты выжила? Все Декнеров убили, но секретаршу оставили живых, да? Но большинство наших сотрудников работают на других местах. Всех остальных тоже переместили, так что, если вам нужно кого-то найти... Другие места, Офферц, Притчарда, вертолетная площадка, попрощаться. Отлично. Можно же и так выбирать, да. Но так нельзя, только по этим. Ладно, офис Притчарда. Где техническая лаборатория? Это не вполне лаборатория, сэр. Это скорее кабинет, забитый компьютерами. Да мне насрать. Мистер Притчард, и вообще, разве носить вот такой пирсинг на носу, это разрешено для таких крупных компаний? Вверх и направо, так бы и сказала. Говорите. Начала мне, это не лаборатория, это сборник компьютеров. Кого вы ищете? Шариф, не знаю. Мне нужен кабинет. О, здесь можно пропускать диалоги, отлично. В пентхаусе. Чтобы попасть туда, с миссис Маргулис? Ну ладно, не буду их отвлекать, с миссис Маргулис. Мой кабинет бери. Нет, сэр, у вас все тот же прекрасный вид на фойе. Мистер Принц. То есть меня не уволили? Его, но миссис Маргулис не позволила. Два этажа наверх, а затем направо. А может, миссис Маргулис это та блондинка, нет? Спасибо. Это моя... Другие места, вертолетная площадка, ладно. Я найду. Как скажете, знаете. Хорошо, что я вернулся, да. Наверняка до меня-то никто на тебе не прыгал. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Бесполезное животное. Ну, конечно, не животное, но все равно довольно бесполезное. У меня же есть. Че? Ты что-то против имеешь? Блять, ты прям как в Макдональдсе, чувак, с такой же красной кепочкой. Тебя не оттуда случайно перевели? Может, ты сначала там охранником работал, но после моих речей о том, что в огромной, блядь, корпорации ни одного вооруженного охранника, они сюда посадили чувака, который раньше был охранником в Макдональдсе, ну или пионером, не знаю, решайте сами, на что акцентрировать свое внимание, на кепку или на красный, блядский галстук. Ну, судя по погонам, звания у него вообще нету. Да, в принципе, и оружия у него нету. Блять, одна дубинка. Если одна та тёлка с невидимостью сюда припрется, то она снова расхерачит всех этих охранников и, собственно, не заметит даже этого. Привет, как дела? Мы знакомы? В дом три себя тёлки также ведут. Сидят, стоят у стены и с тупым видом. Последние месяцы всем пришлось туго. Особенно в новой временной лаборатории. Ты кто такая? Люди жалуются. Негритянка, а чё у вас прически всех какие-то однотипные? Тут с длинными волосами тёлки есть? Требования безопасности строги, да. Очень строгие требования безопасности. Чувак, научишь меня слепому печатанию на айпаде, чтобы я тоже мог смотреть на людей, а сам в это время тыкал кнопочки? Или ты чё, супер мидбой, может, проходишь? Или ты делаешь вид, что читаешь Достоевского, может? Да, чувак, я тебя понимаю, это на самом деле не так интересно. Сюда нам надо? Нет. Сюда нам надо? Нет. Может быть, сюда?
Туалет. Кажется, нет. Туалет, туалет. Взять швабру и отпиздить кого-нибудь. Вот этого же охранника, например. Мне кажется, кстати, что мне вниз все-таки надо, да? Потому что... Да, офис прямо под этим. Что-то мне подсказывает, что лучше не прыгать здесь довольно высоко. Это, конечно, не третий Far Cry, где герой, прыгнув с 10 метров, умирает, но хер его знает на самом деле. А, так я на третий уровень поднялся здесь. А, понятно. На второй уровень нужен, да, было, да? О, это знакомый чувак, он же хамил мне в... Это что, ты пытался из мониторов собрать звездные врата, блядь, что ли? Ботаник херов. А вот мотоцикл... Какой же уебищный дизайн. Слушайте, по-моему, мотоциклы в наше время выглядят покруче. Хотя неудивительно, если он его собрал с помощью молотка и разводного ключа. А, должно было получиться вот так, но это все, что у тебя вышло, да, чувак? Ну да, на скрине-то он поприкольнее выглядит, чем вживую. Ебать, Final Fantasy 27. Square Enix, шутники. 27, серьезно. Странно, что наши не, вот эти бумагу не сделали Снегурочка. Это же бумага для принтера или... Похоже на бумагу для принтера. Хотя тут написано Детропост, наверное, это что-то... Блять, какие-то книги. Давно пора. Что случилось? Ты застрял, когда лез через вентиляцию? Я тоже. Почему все меня с Фриманом сравнивают из Half-Life, про вентиляцию начал болтать? Если это то, о чем я думаю, вероятно. Конечно, это немного больно. Похоже на рассинхронизацию левого и правого процессоров изображения. Сейчас у тебя будет рассинхронизация левого и правого яичка, если ты мне сделаешь еще раз больно. Этот имплант устранит все повреждения. Теперь твой экран сетчатки должен быть в норме. Программы распознавания пока не могут выявлять противника, но ты должен видеть радар и сетку наведения. И биомедицинские данные, если с тобой что-то не так. Я вижу радар, но не вижу сетку наведения. Шариф ждет меня на вертолетной площадке. Точно. Радикалы ворвались на наш завод и захватили заложников. Возможно, вот мне всегда было интересно, что это, блядь, за радикалы такие, которые захватывают заложников. Может быть, ей удастся кого-нибудь спасти. Я должен либо игнорировать, либо конфликтовать. Но нет, я не буду отыгрывать хорошего персонажа здесь. Если я как-то задел тебя, может, об этом стоит поговорить? Ну, чувак, это конфликтовать, что ли? У меня нет к тебе претензий. Если что, я сам виноват. Великий Причард винит себя? Вот это новость. Это я убедил шерифа, что нам необходима служба физической охраны. Если бы он внимательнее читал мой отчет. Погоди секунду. Говоришь, это ты предложил нанять меня? Не тебя, Дженсен. Я предлагал Динакор, Острую Грань или Белл Тауэр. В моем списке. То есть ты предлагал элитные корпорации, лучшие охранные компании, а эти еврейские, блядь, сэкономили на этом и наняли всего одного человека? Тебе не стоит приплетать сюда Меган. Почему же, Дженсен? Меган Фокс? Ни для кого не секрет, что вы были близки. Давай говорить на чистоту. Тебя только что вышвырнули из спецназа после резни в Мексикантауне. Никто не хотел брать тебя на работу. Не стоит читать новостями то, что пишут в блогах Пика, Фрэнсис. Это просто жвачка для мозгов. Я хотел сказать, то есть все-таки мы с тёлкой были бы близки, шериф, ко мне. В кавычках. Но он всегда слушал Меган, храни ее бог. Если ты будешь продолжать в том же духе, шерифу придется слушать доклад о насилии на рабочем месте. Ты точно хочешь еще? У меня есть руки, я, правда, еще не успел их испробовать, но я бы на нем не против. Где ты? У тебя нет времени на ерунду. Иди на вертолетную площадку. Как это ерунда? Я смотрю ворота из Старгейта. Это не ерунда нихера. Вертолетная площадка. Ладно, пошли на вертолетную площадку. Вроде на нашем уровне. М1. Что такое М1? Миссия, может? Mission 1. Я хочу вторую дверь открыть. Вот, в разные стороны. Еще вот сюда вот дверь. И вот сюда вот дверь. И здесь две палки. И получится свастика. Разве не так мы все делали из дверей? О, желтенький. У нас желтенького нету сырного соуса. Или это горчичка? Ну не горчичка, сладкая. Не знаю, в России какие-то другие понятия горчички. А теперь это...
проклятые фанатики. Думаете, в новостях сказали правду? Какие интересные у тебя ботинки, чувак. Ой, у тебя здесь что, всем ботинки одинаковые на корпорации выдают? А почему пиджаки такие разные тогда? Ну ладно. Значит, мы идем на первое задание. О, тёлка. Тёлка-пилот. Привет, тёлка-пилот. С возвращением, Дженсен. Не ожидали увидеть тебя здесь так скоро? Ты знаешь, как это бывает. Зов долга. Ее зовут Малик. Неудивительно, что она стала на мне был лётный костюм. На мужской работе работать. Заставили меня прямо на крыше Ренессанс-центра, но ты... Дьявольски сложно вернуться с того света всего за 6 месяцев. Ты уверен, что готов? Ну, я явно не такой мастер, как ты, потому что я не могу, наверное, говорить с рассинхронным движением губ и текстом. Есть только один способ это узнать. Думаешь, не готов? Спорить или поддержать? Будем спорить. Думаешь, не готов? Просто спрашиваю. Мне ведь тоже пришлось тебя тогда вытаскивать. Я не хочу, чтобы это повторилось. Мне вообще не хочется вспоминать об этом. Нет, наверняка из-за того, как что она, грёбаный летчик, принимал спорить участие в моем вытаскивании, в кавычках, завод, я и потерял себе половину конечности, бля. Все так готовы? Бы просто осколки чем раньше вылетим, тем лучше будет для всех. Стекла вытащили из рук, да и все. Да, я не хочу шариться нигде. Прекрасно. А так, что-то она там нахимичила. Ой, теперь придется отрубать ему руки. Ну, я думаю, это именно так было. Смотрите на мои пиджаки. Какой-то он велюровый или вельветовый. Я хер знает, как это называется. Но, в общем, он цветочками разрисован. Это довольно странно для такого наемника, вам не кажется? Но в любом случае... Мне даже кажется, что здесь движок Mass Effect используется немного, потому что, ну, может и нет, но очень уж он похож. Вот эта вот перемена быстрая, кат-сцен и CGI-роликов. Ведь это же можно было и кат-сцены сделать, но они это CGI-роликом сделали. Да ёб вашу ж мать, когда же вы сдохнете-то все? Загрузки здесь на самом деле не очень долгие, но что-то с включенным фрапсом как-то они раза в 3, по-моему, дольше идут, чем обычно. Но фрапс не умеет паузу ставить на запись, поэтому мне придется файлы разделять, искать файлы от одной серии к другой. Это пиздецки скучно, ребята, поэтому я думаю, я велел 20 Фариде секунд загрузки — это небольшая не трагедия. Не хочу, чтобы толпа видела, как ты войдешь. Хорошо, если она заберет вас, как только я уйду. Итак, что мне искать здесь? Единственное, о чем я, блядь, бога в этой игре молю, чтобы здесь не было обязательных стелс-миссий. Да, я знаю, что они позиционируются как стелс. Вряд ли они случайно напали на нас сегодня, через несколько часов после доставки тайфуна в цех сборки. Тайфуна? Команда Меган занималась его тестированием в тот день, когда... Кто их главарь? Адам. Я знаю, что вы с Меган. Почему были... я не знаю, насколько твоих близки глава. Мы были с Меган, а все знают. Называют мне бы хоть рассказали Сандерсон. Об этом. Вон он там. У него нет имплантов, Адам. Его не могло быть среди наемников, которые напали на нас, но он отлично знает, как проникнуть на фабрику. Хорошо. И что я должен делать? В первую очередь. То есть что, снова тайфун. На ту фабрику, что я ли? Не пущу спецназ внутрь, пока ты не спрячешь его. Но в остальном я полагаюсь на тебя. Мочить или нет. А, то есть здесь не смертельно. Я не намерен использовать там оружие, достаточно нейтрализовать их. Мне не хочется рисковать. Ну, так как я уже сказал, что я не буду проходить мне по не стелсу. Рисковать. Мочи. Но помни, там заложники. И мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из наших людей попал под пули. А мне бы очень не хотелось, чтобы помнишь, из-за заложников у меня много постоянный провал миссии был. Типа, а вот заложников стреляли из-за того, что вы двигатели двигались недостаточно тебе тихо. Нужно что-нибудь для дальнего или для ближнего боя? Конечно, дальнобойное, хотя и ближний бой это тоже весело. Давай что-нибудь дальний. Дальнобойное. Если я подойду достаточно близко, то и сам управлюсь. Действительно, только у меня же две ебаные руки, как у Джакса. Ничего ценного. Тайфун находится в боевая фабричной винтовка. Лаборатории. Аж на 20 боеприпасов? Серьезно? Он для винтовки. Там коммуникации. Я надеюсь, это снайперка, а не простая штурмовая винтовка. Ищи заложников. Если получится, освободи их. Но помни, что главное — тайфун. Это разработка для литерных учреждений. Если они не получат ее в целости и секретности... Ладно.
Уверен, ты справишься с этим заданием. Ну, я не уверен. Набор подрывной, спасибо вам за предзаказ игры. Окей. В благодарность вы получаете следующий предмет. Взрывчатка управляемого подрыва. Вместе с этим доступно эксклюзивное задание. Автоматическая отмычка, гранатомет. О, автоматическая отмычка, это круто. Гранатомет, наслаждайтесь. Набор тактический. Что-то там, 10 тысяч кредитов. Ну да, немножко чит, но... Ну что поделаешь, такой репак уж я скачал. Я же не буду говорить вам, что это лицензия. На кой фиг мне покупать лицензию, которая... Игры, которая вышла полгода назад с лишним. Еще и... Даже год, наверное, назад. Еще и без мультиплеера. Не, ребят. Это я, да? Надеюсь, этот вельветовый пиджак он снял? Да, похоже, снял. И я не могу понять, это видео? Это да, это CGI ролик, но он тормозит. Самое забавное, что игра-то здесь не тормозит практически. Так. Снайперская винтовка с глушителем, что-то там. Ебать, я могу с собой столько оружия носить. Вот это хардкор. Ну, вернее, old school. Что это? Что за ебаный обрез? Я не знаю, я что, блядь, возвращение в замок Вольфенштейна играю или в игру про футуристическое будущее? Ладно, снайперовочка. Ну, хоть снайперовочка выглядит более-менее прилично. Только, блядь, какое же, сколькократное у нее... Увеличение. И как сделать, чтобы... Нет, не на яйца целиться, а как дыхание задерживать. Ладно, не важно. Опустите это, сэр. Чё? Я бы рад, но как? Ай, вообще-то иди в жопу, нахер ты мне не нужен. Итак. Тут у нас чё? Почему она выделена? Картонная коробка, хрупкий. И зачем? Так, ты наш, ты наш. Ты наш, ты наш, ты наш, ты наш. Вообще-то у нас время летсплея к концу подходит. Дженсен, это я, Причард. Где ты? На крыше, осматриваю территорию фабрики. Отлично. Скорее всего, внутрь ты попадешь на участки приема и разгрузки. Скорее всего, Фрэнсис? Что ты хочешь сказать? Там у нас вход для служащих. Борцы за чистоту наверняка тщательно охраняют его. Так что, если ты, блядь, не любитель... огромное просто атак, увеличение. Стоит добраться до крыши. Ну, отлично. Ну, я сейчас на... О, флаг горит. Давайте посмотрим, он сгорит или нет. Будем до конца летсплея смотреть, сгорит ли флаг. Хм. То есть, несгораемые материалы у них есть. А чего-то другого у них наверняка нету. Что-нибудь, что сделать наверняка намного проще. Но я пока не придумал, чтобы как бы упрекнуть их. Ладно, может быть, в следующем летсплее придумаю, так что... И начнем заодно первую миссию проходить в следующем летсплее. О, опа, враг. Ты же враг? Надеюсь, ты враг. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А с вами был Сет, и в следующем видео нас ждет экшен, надеюсь. До свидания.